Здорово всем, ребят, с вами Хилхёрдс, и это у нас игра Eldest Souls. А если быть максимально верным, то получается ее бета-версия, альфа-версия. У нас буквально несколько дней доступно несколько демок в Steam, вот, и как бы, почему бы их не опробовать. Давайте посмотрим, что это и куда. Знаете, как Влад выбирает игру? Там был целый список игр, в которые можно поиграть. Влад видит Souls и такой, опа, в это я сыграю, ну поехали. Короче... Очень важная сюжетная часть. Мой английский не настолько хорош. Одинокий какой-то воин пошел драться. Только этот воин, походу, женщина. Но опять же, мой английский очень позорный. Crusaders Landing. Знаете, визуал у игры весьма неплохой. А, я ходить могу? Так. Увороты на А. Ну, это, в принципе, как в Неохе. Это бить, это что за кнопка без понятия, без понятия, без понятия, без понятия. Ладно, поехали. Так, легкая атака. Ладно. Так, мне показалось, или у меня стамина была? Нет, стамины вроде нет. Есть такое предположение, то что эта игра мне очень сильно понравится. Бить гром пафосный. Так, и в теории можно поломать вообще что угодно, но только что мы за это получим. По-моему, шлем из Shovel Knight, лопата рыцаря. Так, интеракт. Угу, видимо, нужно две штуки дернуть. Погнали. Вон как. На мечах, походу, подсказки есть, да? Так, charge attack. Ну, зажми, короче, легкую атаку, чтобы зарядить. Нет, я могу. Красиво. У нас, кстати, какая-то полоска зарядилась, без понятия, что она дает. Но с этим нам и предстоит разобраться, в общем-то. А, у меня, походу, когда я красный, немножко урон повышенный. Наверное, это аналог костра. Ну, какая-то местная сохранялка, местный чекпоинт. Додж. Ладно, хорошо. Доджить я научусь. Походу, сейчас будет событие. Ясно. А что игра такая сложная? Да, это сохранение было. Я просто не был готов к такой внезапной подлянке со стороны игры. Так. Легко. Короче, неизведанные земли сражений как-то так. Очень прикольная рисовка. Даже, честно говоря, не знаю, с чем сравнить. Так, harp string. Короче, очень сильная трус... Как это? Тру... Ну, веревка трусов. Вот. А есть у меня инвентарь? У меня есть таланты. У меня есть... Options, key items, talents, short. Ничего пока нет, ладно. Я думаю, игра нам рано или поздно покажет, что у нас есть, чего у нас нет. Кнопка ничего не делает, карты нет. Хорошо, я попробовал. Пока что максимально непонятно, а вдвойне еще непонятно, сколько тут противников будет, какие они будут, как будут битвы с боссами реализованы. Надеюсь, хотя бы в демке как-то босс будет. Так, еще одна сохранялка, это... Я думал, эти поваленные мечи это подсказки, но, видимо, нет. Видимо, как говорится, не судьба. Сюда можно зайти? Жаль, эта штука не становится невидимой. Так, это какая-то крыса. Ух ты. Так, The Watchdog. Смотрящая собака. А у Едамак сюда. Ладно. Так. Можно как-то похилиться? Надо быть готовым ко всему. Так, после прыжка всегда дэш атака. Хорошо. Надо запомнить. А что, если я заряжу атаку? Не думаю, что тебе понравится, пипяка. Зажадничал, наверное. Обычно после этого он еще одну атаку бахнул. Угу. Пока читаем его. Нормально. Ой, не та кнопка. Главное вовремя вернуться. Он, по-моему, каким-то заряженным стал. Могу ошибаться. Сейчас будет удар. А, дело все в том, что он сделал новую комбинацию. А я не был к этому готов. Ну погнали, интересно пока.
Давай прыжок делай. После этого удар летит. По-моему, он сломался. Как говорится, я не эксперт, но что-то мне подсказывает, что этот босс поломался. Так, давай дальше. Я не понимаю, что он сделал, но что-то он сделал. Мой косяк полностью. Так, главное не умирать. Дамажим максимум дамага, ввозим. По два прыжка. Слушайте, ну бахает он, конечно, как конь. Как самый настоящий мистер конь. Тут, походу, есть фреймы идеальных ворот. Что-то мне подсказывает. Block burst breakthrough. Что? Добивание можно сделать? Press B. Я нажимаю B. Я не понял, что это игра. When to unleash a powerful attack. Что нужно сделать? Я честно скажу, не понял. When loot trust is active to unleash... Ну, у меня... А, наверное, понял. Подождите, сейчас. Вот так, я понял. Примерно понял. Горяча в секу. Фига, он стрелять умеет? На мана, так, дамажем, почти завалили. Большую крысу переростка, я пытался вернуться, но не вышло. Ну, похоронили. Так, далее один поинт таланта. Так, здесь у нас есть ярость. Unlock Fury, hitting charge attack, grants Fury. Crit damage you deal by 20%. Прикольно. Это что такое было? Landing attack will generate a... прикольно. Ну и защита. Давайте возьмем защиту, я не знаю, почему хочется взять защиту. Так, я вроде прокачал, да? Все, активировал. Могу забрать и могу... Все. Вроде подтвердили. Как это работает, пока что непонятно. Ну, пойдемте дальше. Прикольная игрушка. Угу. Я еще до конца к рисовке не привык, поэтому сложно ориентироваться. Чем-то транзистор напоминает. The Citadel. Подождите. А я, наверное, скорее всего, не смогу так пройти. Ну, то есть в лоб, грубо говоря. Нам придется как-то, ну да, обходить. Дерево можно срубить? Тут, смотрите, локотель какая-то сидит. Ну-ка. А, о, кроссайдер. Блин, как перевести кроссайдер? Ну, короче, кроссайдер. Я вижу. Мои поздравления. Чего-то там бист. Я все боюсь, что ты не попадешь в цитадель. Угу, да, вот. Сейчас тебе что-то интересное расскажу. Give harp, давай. Короче, хочет веревку собрать. Где ты это нашел? Говорит, невероятно. Я полагаю, что кроссайдер. Что-то говорит, у меня мышцы большие. Хорошо, непонятно. Английский язык сложный. Вроде кажется, ты его знаешь, но чтобы как-то объяснить, перевести, ты ничего не можешь сделать. Ну, потому что я слаб. Вот. Так, это, наверное, с ним поговорить можно. Не, ребят, я прям при всем желании пытаюсь прочитать, но не могу перевести, как-то понять. Ну, короче, говорит, счастье тебе, здоровья, осторожно, там впереди, говорит, пипяки. Музыка очень красивая. Так, аметист Виал. Аметистовый Виал, хорошо. И знаете, что мне нравится? То, что интересно, локации как бы дооткрываются. Ты идешь, ничего не видишь, а потом фигак. Здесь что-то все это время было. Вот это круто сделано. Так, Slate of Pure Obsidian. Короче, кусок чистого обсидиана. Невозможно отколоть. Это появляется... Сложно. Ладно. Очевидно, мне нужна какая-то ультимативная кирка. Вот типа я ушел, там темно, подошел, оп, засветилось. Это очень круто сделано. Знаете, на Darkwood очень похоже. Чего-то я сейчас подумал. Блин. Просто пушка.
Прям вот кроме шуток нет слов. Ловушка. Угу. Блин, босс на боссе, и боссом погоняет. Мое почтение. Защитник. Фига у него уешка. На три локации вперед. Ни хрена дамаг. Пока непонятно, как с этим негодяем биться. Смотри, по щам просто берет и дает. Сложные противники, это круто. Еще разок. Пока что нравится. Но что-то реально сложно. Угу, не успел вернуться. Так, ну к счастью, он весьма медленный. А ковырять его маленькими атаками смысла нет. Ну, может быть, и есть, большого смысла нет. Так, по щам доджим. Он немножко в другую сторону бьет. Его, по сути, можно тупо стрейфить. Насколько я могу понимать. А что будет, если я его ударю? Нифига себе, пики точеные. Почему мне до сих пор хилок не дали ЛБ? Могу блокировать, да? Видимо, один удар только. Да, выносливость. Зарегенить. Блин, красиво. Ведь могут же 2D-шную боевку красиво делать, а? Негодники, а? Так, это какая-то неприятная атака, которая просто шотает меня. Жаль, у меня нет фреймов неуязвимости, когда я делаю всякие мувы, так сказать. В принципе, даже в щит урон хорошо идет. Я теперь с копьем буду бегать? Ну, нормально. Я увернулся, игра, осуждаю. Я думаю, все видели и все согласны с тем, что я прав. Вот что с этим делать? Вроде пытался парировать, но получилась какая-то хренотень. Как вы можете догадаться. Обычно он несколько атак делает. Я просто отойду лучше. Я искренне не понимаю, что происходит. А когда не понимаешь, лучше отойти, знаете ли. Точеные пики попали, осуждаю. Каким-то чудом он не попал. Я видел замах, у меня кончилась стамина. Мое упущение. Что за атака? Где? Что происходит? Не пойму, я вроде хиляюсь в этот момент, но как-то не очень эффективно хиляюсь. Братик, давай-ка. Постараемся не сдохнуть. Я думаю, все тоже снова видели, что я смог увернуться. Ну все, сейчас еще, наверное, 8 раз и победим. Не вижу проблем в этом. Что это дает? Угу, одно все-таки копье попасть сумело. Это не круто, лучше отойду. Почему такой огромный дамаг, братан? Давай убивай, наверное. Потому что бесполезная попытка, давай заново. Поехали. Знаете, это сложнее Dark Souls. Не хочу ничего сказать, но вот. Говорю, так сказать. А что, если я сделаю вот так? Еще удар, и потом разряжусь. Блин, какой ты не очень. Угу, надо комбо мутить, я понял. То есть пара ударов, и потом разряжаешься, и тебя убивают. Сейчас делаем, проверяйте. Так, подходим. Раз, два, три. На уверенности силовую запихиваем. Я все еще хочу понять, что происходит. А, эта штука дамажит, все, окей. На самом деле это фигня. На самом деле. Так, этим я по-любому дамажу 65. Надо отойти нафиг. Хорошо, не разрядились по нам. Как говорится, спасибо и на этом. Но, к слову, у этого мужика слишком много хп, прям слишком. Неприлично много. Не знаю, как он не смог попасть. Он должен был попадать. Я заблокировал. Забавно.
Так, дамажим. Это просто стрейфится. Хорошая атака. Моя ошибка. Блин, да чего интересный босс, алло. Я не думаю, что это будет настолько сложно. Братан, пощади. Почему он меня ударил? Это типа идеальный ворот. Это я уже смог уяснить. По сути, я могу вовнутрь залезть, и все будет alright. На самом-то деле. Вообще, по-хорошему понять, где я делаю ошибки, где меня убивают. Остальное все мелочи. Не попал. Так, это зарядка, да? Даже так дамажит. Не ожидал. По идее, третья атака. Ну да. В этот раз он оказался верен себе максимально. Отойдем лучше на всякий случай. Что за атака? Странно, почему он решил ее сделать издалека. Он же понимал, что не достанет. Я же думал, я запарирую эту ауешку. Блин, игра. Почему ты не объясняешь, что, допустим, это невозможно запарировать? Что произошло? Вау. Охренеть, он стрёмный. Блин, то есть у него две фазы еще. В этой игре боссы с разными фазами, это законно? Извинись, я пускай добьет, потому что он не должен был попасть. Тупо адекватно не должен был попасть. Мне просто интересно, насколько интенсивнее и важнее его ковырять просто или заряженными атаками. Не, ну... Почему? А, мне нужен целая полоска, чтобы вернуться. Ну ясно. Давай уже убивай, дружище. Поехали. Может, я что-то не то прокачал? Что пока хочу сказать, что дамага мало. На самом деле, мать его, мало. Но я по-любому получаю по щам. Ладно. Я, по крайней мере, понимаю, как дамажить больше. Это, конечно, мне мало помогает, но тем не менее. Ладно, давай, давай. Делаем заряженную. Раз, два, три, дамажим. Поворачиваемся. Снесли ему пол лица. Делаем зарядку. Вот, извини, сейчас он не должен... Ну, пусть убьет. Ну, согласитесь, ребят, он не должен был попасть. Просто тот, кто скажет, что должен... С тем я поговорю лично. Угу. Довольно хорошая атака. Чтобы вы понимали, я пытался отойти наверх, но игра не дает. Говорит, братан, не сегодня. Разряжаемся. Просто не попал, везет мне. Угу. Куда он уворачивается, без понятия. Дамэдж просто инсейн. Как говорится. Ошибка моя такая, ошибка жирная. Нормально живем. Так, превращается в черта. Две атаки. У, это что такое? Ни хрена себе. Страшно. Блин, Веном, ты ли это? А сколько он атак делать мог бы? Не, ну согласитесь, визуал просто великолепнейший. Знаете, что не круто? Он не дает уворачиваться, если ты прям в босса попадаешь. Это очень сильно бесит. Вот реально бесит. Я не знаю, наверное, это будут фиксить, но если вдруг ты в момент уворота, как бы, кнопочку держишь на босса, ты просто дохнешь как чмо.
Я считаю, такого не должно быть. Потому что далеко не всегда получается увернуться. Как бы ты ни старался. Адекватно причем. Сейчас чудом он не попал. А, щита не было. Был бы щит, я бы его убил. Так что тут полностью мой косяк. А, так тут еще надо фрейм поймать, ё-моё. Не, это сложно. Здесь я заложил. Полностью мой косяк. Ну почти уже долили, еще немножко осталось. Попыток 18. Я думаю, завалим. Сам виноват, дурак. Я жал ворот. Не знаю, почему он не нажался, я прожимал. Вот отвечаю. Тупо, как говорится, отвечирую. Самое время почесать нос, я знаю. Фреймы у воротов такой кал. Откровенно. Их тупо нет. Сейчас я идеально уворачивался, я считаю. Нолик я тоже нажимал. Сейчас он тупо не попал. Не знаю, как это работает. Но, видимо, в этой игре это норма. Ладно. Куда в этом случае уворачиваться? Ну скажите мне, серьезно, куда? Блин, вот псина. Прям бесить начинает. Просто стрейфим. Снова заражено фигачим, бахаем. Как увернуться-то от этого, а? Есть информация? Он же должен был форму менять, игра. Ну что с тобой не так? Не, вы думаете, я его не звалю? Я его звалю просто как ребенка сейчас. Ну какого хрена, извините меня, он меня просто взад бьет. Ну такого не должно быть, ну серьезно. Куда тут уворачиваться, игра, ты совсем что ли упоролась? Искренне не понимаю, искренне. Да убей давай заново, пойдем. Не босса, а хрень какая-то, если честно. Уже игра не нравится. Все бесить начала. Ну вот за него, но не всегда есть возможность нормально вернуться. Не всегда. Ну тут я виноват. Куда тут увернуться? Я увернулся за него, не было атаки. Или у него просто хитбокс, когда он бьет меня весь, он типа хитбоксом становится. Если так, это просто бред. Я прям гореть начинаю. В него хитбоксы проще были. Прям хренатень какая-то нечестная. Подумаешь, я нажал кнопку последнего удара, а игре плевать, говорит. Хорошая атака. Сейчас он, по сути, тоже мог попасть. Ну, конечно, он на три локации вперед бьет. Почему нет, говорит, игра? Всегда, говорит, так делаю. Сейчас он должен был попадать, не знаю, почему не попал. Он 100% должен был попадать. И сейчас должен был попадать. Далеко не самые приятные атаки, но мы держимся. Ошибка, ошибка, он же будет бить, я забыл. Тупо забил.
О, вообще не ожидал эту атаку. Ну хотя бы минимальный эффект станлока, когда я делаю ему парирование, можно сделать, игра? Ну чё, кто тебя писал? Как-то очень хреново тебя написали. Я прям прессую, как пес. Прям вообще ему подышать не даю. Ну здесь как бы вариантов не было для ворота. Говорит, я вспомнил, у меня есть восхитительная атака. Почему я ее до этого не пользовал? Ну вот, я сейчас не мог увернуться, потому что я тупо в этого пня жирного врезался. Понимаете, в чем проблема? Нет слов, одна ярость. Совсем не то, что хотелось бы. Как работает фрейм у ворота? Иногда он есть, иногда его нет. Так много вопросов и так мало ответов. Не, ну скорее всего я тут не прав. Но опять же, я это никогда не признаю. Как же он надоел этой атакой, вы бы, блин, только знали. Дорезать собаку. Как он не попал без понятия, искренне. Ну, у него реально, вот теперь я точно понимаю, что весь он становится хитбоксом. Это просто бредятина. Такого в теории даже не должно быть, это просто, сорян, но это кал. Хитбоксом должен быть наконечник его копья. Окей, это типа легко. И справедливо вполне себе, я считаю. Блин, ну ты уже должен был трансформироваться в этого друга своего, нет? Какого хрена? А, так эта дрянь еще и хилится, ё-моё. Теперь попробуй с ним подраться. А, у него копье, забыл, не заметил. Что-то вообще непонятно, что происходит. Блин, он мне вообще не нравится. Честно вам скажу, я пока не понимаю, как с ним биться. Сейчас надо напихивать ему прям. В туза, так сказать. Если бы не копье, было бы все alright. Очень даже alright. Так, раз, два. И на третью мы ему бахаем идем. Почему так мало урона залетает? О, идеальный ворот, да ладно. А, забыл, он может резко менять направление движения, я дурак. О, блин, это похоронная, наверное. Братик, не убивай. Фух, отскочил. Так, давай, три атаки. Копье тоже подойдет. Два и три. А тут я такой, ня, ня. Я отлетаю обязательно. У-у-у, как плохо. Но мы живем, да? Мы живем, отлично. Фух, повезло. Вот за эту фигню можно было наказать, но я испугался. Два. Три, теперь заряжено. Вылетаем. Нафиг доджим. Но мы заряжены, я просто подарок судьбы, гляньте. Бездарно вышло. Парирование самая бесполезная фигня в этой игре, считаю я. Пора бы исчезнуть. Он же обычно отходил, вы же все видели. В этот раз он перестал отходить почему-то. Ладно, надеюсь, не достанет. Фу, блин, это отбитый босс. Очень сложный, серьезно, очень сложный. Фух, Shadow Grabs. Grasp. Короче, какая-то хватка мне дали. Так, ну я не знаю, давайте тогда это возьмем. Мысли, я не могу взять. Это очень странно. А, я, видимо...
Я искренне не понимаю, как надо активировать это дело. Ладно. Погнали дальше. Сколько там еще? А, все, что ли, Eldest Souls. Thank you for playing it. Your wishlist today. Интересная игра. Боссы реально сложные. Надо подходить с умом, с чувством, с толком, с расстановкой. Просто великолепная игра. Очень понравилась. Искренне. Наверное, даже буду ждать. Так что вот, посмотрю потом, когда буду видос заливать, когда это все выйдет. В общем-то, всем счастья, здоровья. Большое спасибо, что смотрели. Очень буду рад почитать ваши комменты насчет этой игры. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Hill Hearts.